Дорогие жители Эстонии, я министр экономики Урве Пало. С апреля социал-демократы входят в состав правительства. И благодаря нам государство действительно обрело наше с вами общее человеческое лицо. Мы почти в 3 раза увеличили детское пособие и подняли пенсии. В конце года принято давать обещания. Я обещаю вам, что если на выборах в Риге, как в марте, вы поддержите социал-демократов, мы инвестируем около 300 миллионов евро в строительство дорог и увеличим минимальную зарплату до 800 евро. Ну а мое обещание самой себе – подтянуть мой русский язык. С наступающим вас Новым годом, друзья! Эстония для всех! Социал-демократическая партия.